была щеница. В древнегреческом – добротная материя. В современном языке отрез ткани, в которой, согласно традиции, было обернуто тело Христа после распятия. Мы были первой группой исследователей, изучавших Туринскую плащаницу системно. Когда мы приехали для изучения плащаницы, мы не знали, что можем обнаружить. За результатом радиоуглеродного исследования 1988 года стоит цепь странных происшествий, подозрений и споров. Подозрения относительно того, что за кулисами этого проекта происходит что-то не совсем честное, появились в полной мере за несколько месяцев до официального объявления. Туринская плащаница – это действительно отрезок ткани, который оборачивали тело Христа. Или, как заявили ученые в 1988 году, это всего лишь хорошая средневековая подделка? Это святыня? Или лишь рисунок?